Итак, получил я на тест-драйв телефончик от китайского бренда Elephone. Эта моделька называется S7. И хочу сейчас вам показать интересный тест производительности, который будет произведен во время непосредственно захвата видео с экрана. Значит, поехали. Непосредственно об этом телефончике немножко. Эта моделька у нас есть в конфигурации 4 гигабайта оперативки, 64 гигабайта памяти. После нескольких обновлений мы получили Android версии 7.1.1. После чего телефон значительно стал лучше показывать себя в стабильности работы, многозадачности. Несколько новых функций появилось. Вот. Здесь очень много приколюх всяких понаставляли. Вот. Ну и приложений тоже большое множество. Вот, много из них были запущены одновременно, что показало неплохую производительность. Ну и непосредственно то, что я хотел сделать. Это у нас AnTuTu Benchmark. И сейчас мы сделаем тест производительности во время захвата с экрана. Неизвестно, что с этого выйдет, но мы увидим. Вот, картинка пошла. Соответственно, уже тест начался. Что хочу сказать по производительности и вообще по удобству работы этого телефона. Многие говорили, что он как бы плохо собран и так далее. Но что я скажу, ни шата кнопок как такового здесь я не наблюдаю. Камеры не очень, конечно же, хорошие. Вот. Но в плане производительности, в плане дисплея непосредственно, он очень хороший дисплей имеет. Это матрица Full HD 5,5 дюйма, сканер отпечатка пальца, все такое, это все и так понятно, это вы уже видели где-нибудь в описании на других сайтах. Не будем заморачиваться насчет такого. А вот аккумулятор для такого прожорливого чипсета, как MediaTek Helio X20, который здесь установлен, это, конечно же, провал. Пожирает смартфон аккумулятор очень быстро. Ежели играть в игрушки или смотреть какие-то видосики, понятное дело, что заряда долго вам не хватит. Но тем не менее, за свои деньги это очень хороший девайс. Тот, кто хочет хорошую мощную трубку за разумные деньги, смело можете покупать. Защитные стекла, бампера, это все можно заказать с AliExpress. Там этого добра достаточно. Мы видим, что уже 55%
теста пройдена. Через некоторое время мы уже будем иметь результат. Моделька привлекательна тем, что смотрится достаточно презентабельно. Вот. И плюс огромный это 64 гигабайта памяти. Ставь что хочешь. Что хочешь, то и ставь. Еще немного стоковой прошивки, которая идет из коробки. Изначально здесь стоит Android 6.0. Он, конечно же, не особо оптимизирован. Много пунктов изменил не русифицированные, но после 5, если я не ошибаюсь, после 5 установок обновлений, вот по частям получаем с Android 7.1, и после этого уже много недочетов производителя сразу уходит прочь. С одной стороны, это очень хорошо, что компания Elephone делает поддержку этого девайса, несмотря на то, что уже год прошел от его выпуска. Тем не менее, это очень хорошо. Будем надеяться, что прошивочка 8-го андроида тоже будет сделана. Ну и что мы видим? 78-525. В принципе, неплохой результат. Учитывая то, что мы делаем также видеозахват.